Доброго времени суток! Всем привет! Продолжение следует! Приехали в отель. Неплохой, нормальный. Ну, индийский, конечно. Кровать. Вентилятор. Подсветка модная. Но комната все-таки неплохая. Ванная комната. Самое шокирующее, думаю, в отеле, что здесь есть. Душ, да, душ, если никто не заметил, вот это душ. Вот, хорошо, что есть туалетная бумага. Я привез свою на всякий случай, но здесь есть, оказывается. Что же у нас здесь за вид? Ну, по-видимому, похоже на пентхаус. Да, весьма таки неплохо. Там вечеринка внизу, бассейн. Не знаю, наверное, не очень видно, темновато. Сделаю видео еще, может быть, утром или днем. Вот такой вот отель. Да, еще раз кроватка. Приезжайте в Индию. Мы приехали в Хампи, приехали в наш отель. Это наш отель, но это больше как бунгало, домик такой. И сейчас мы в него зайдем и посмотрим, что внутри. Снаружи смотрится не очень, но по обшивке. Не будем оценивать выделку. Вот наша комната. Мне очень понравился ключ. Такой стильный. Итак, кровать. Клима. Все как нужно. Ресторан, где мы кушать будем, завтра кушаем и так далее. На берегу реки. И там терраса. Будет классный вид открываться на вот эту прелесть. Ja, da hat es, glaube ich, Angst davor.
О, да, wenn ihr Lust auf exotisches Essen hat, und dann ja, sagst, oh, heute habe ich europäisches Fleisch. Heute ist nochmal Deutsch. Ja. Мы ищем крокодилов. Что-то крокодилов не видно. Спасибо за просмотр. У меня все. Всем пока!